закончен новый форт «Гранит», которому предстоит стать частью приграничной обороны. Быстрее активируй талант «Оберег героя». Нажмите на индикатор прайма, чтобы «Оберег героя» — талант, позволяющий в критический момент защитить героя противоположного пола. Нажмите, чтобы закрыть окно талантов. Поискри! Чтоб не лопнуть! Я же ее почти добил! Ты меня спас. Стоит залечить раны. Эта глупая жаба неплохо меня потрепала. Хорошо, что прайм-индуктор под боком. Ой, я чуть не забыла купить зелье, пока мы рядом с магазином. Кстати, и тебе не помешает. Кликните по магазину. В магазине можно приобрести различные товары за прайм. Сейчас вам нужно зелье исцеления. Купленные предметы помещаются в инвентарь героя и на панель быстрого доступа. Вы можете открывать или закрывать окно нажатием на кнопку «Инвентарь». Вижу я, что форт наш стоит крепко. Зачем же меня сюда вызывали? Одарницы на той стороне реки тоже зря времени не теряли. Их крепость почти готова. Гром, не хочешь ли обрушить свой гнев на Одарнийский храм искусств? Уверен, ты и сама с ним легко справишься. Но пойдем вместе, будет веселее. Только разрушив находящиеся на линии внешние строения, можно уничтожить внутренние. Так вы не сможете уничтожить вторую от центра башню на линии, если первая еще цела. Хо-хо! Кстати, ты же не забываешь в бою пользоваться преимуществами родной земли? Это что-то связанное с флагами? Да. Когда мы поднимаем свой флаг на чужой или нейтральной территории, преобразуем местность в свою, а на родной земле сражаться гораздо эффективнее. Подъем флага занимает время. Если в процессе герой будет атакован, переместится или применит талант, подъем флага прервется и придется все начинать сначала. Ничего себе! Теперь вокруг все наше, доктское! А красиво-то как! Давай теперь и центральный флаг поднимем. В путь! Нажмите на индикатор прайма, чтобы открыть окно талантов. Активируйте доступный талант, который имеет дополнительные свойства на родной земле. Обратите внимание, что талант стал доступен для использования. Нажмите, чтобы закрыть окно талантов. Какого прайма это красное пугало трогает наш флаг? Одарнийский огнеметатель, специализирующийся на уничтожении строений, тоже может поднимать флаги. Империя навсегда! Какая встреча! Шустрый комарик и его подружка! Осторожнее! Коготь сейчас сильнее нас обоих! Уровень вражеского героя отображается рядом с количеством его здоровья и энергии. Да не будет с ним проблем. Заманим этот комок шерсти под башню и ударим вместе. Куда? Струсили? Да! Не дергайся! Бабах! Ну, погодите. Ха-ха, котик! Не такой уж ты страшный. Чем выше уровень вражеского героя, тем больше дается прайма за его уничтожение. У вас достаточно прайма, чтобы активировать талант. Обратите внимание, что таланты с более высокой строки сильнее влияют на героя, чем с более низкой. У вас достаточно прайма, чтобы активировать еще один талант. Нажмите, чтобы закрыть окно талантов. Здорово! Woohoo!
ты плавится, Гром! Какие мы с тобой молодцы, да? А вот и наш разрушитель. Он на своем пути сам и флаг вражеский уничтожит, и свой поднимет. Как тот красный адарнийский черт, только наш, и поэтому гораздо лучше. Да! Соломенная шляпа и много-много крыс. Адарнийский помоечник. Что ты там пропищал? Что-то про помойку? Так мои крыски тебя сейчас вынесут как мусор. Не стоит бить его около башни. Сейчас она нам как влепит по паре зарядов. Не бойся, башня сначала атакует солдата, только потом героев. Давай-ка выманим гада подальше от башни и пощипаем его крысиную шерстку. Ай, немедленно отпусти меня! Не беспокойтесь, умерший герой скоро воскреснет. Ну что ж бывает. Возвращайся скорее, у нас незаконченное дело. Талант-портал спустя несколько секунд переносит героя в любую указанную игроком точку на родной земле. У вас низкий уровень здоровья. Используйте зелье исцеления. Навстречу приключениям! Здорово! Щекотно не будет! О-о-о! Поискри! Навстречу приключениям! Да! Хо-хо! В погоню! Щекотно не будет! Хо-хо! Поискри! Молниеносная смерть! По портрету вражеского героя можно определить, жив он или мертв. Если герой повержен, портрет затемнен, а поверх него отображается время до возрождения героя. Портрет союзного героя располагается рядом с портретом игрока. Портрет содержит информацию об уровне союзника, а также о количестве его здоровья и энергии. У вас низкий уровень здоровья. Используйте зелье исцеления. Здорово! Навстречу приключениям! Да!
Не дергайся! Ой, их уже двое! И оба такие страшные! Фи! Они рушат нашу базу! Рвать их, Рамзан! Будем бить их поодиночке, чтобы не распылять силы. Концентрируем огонь на моей цели. Внимание! Цельсь! Хоть шаром покати! Гром победы, раздавайся! У вас низкий уровень здоровья. Используйте зелье исцеления. Проклятые докты! Жом! У вас низкий уровень здоровья. Используйте зелье исцеления. Хо-хо! Искри! Не дергайся! Здорово! Я тут немного задержался. Да ничего, мы привыкли. У вас все не быстрые. Щекотно не будет! Хо-хо! В погоню! Возможно, искры из глаз! Опять! Отлично, Гром! Мы их сделали! Осталось уничтожить храм искусств. Но не подходи близко к Этералии Прайма, Ясеника. Стоит к ней приблизиться, и она стреляет на поражение. Шок! Это по-нашему! Ты отлично сражалась, Ясеника. Молодец! Гром, а ты так блистательно выступил! Здорово мы их сделали, да? Победа! Блистательная победа, мой лорд. Враг разбит, а наш герой получил не только бесценный боевой опыт, но и пополнил библиотеки замка новыми талантами. Я тоже вас поздравляю, молодой лорд. Приятно знать, что наши границы охраняются опытными героями, а не новобранцами. И следить за развитием своих героев – одна из важнейших задач лорда. Может быть, раз ты все знаешь, то сама и расскажешь нашему лорду о качестве талантов. Охотно. Таланты героев бывают очень разными. От простых до легендарных. И чем реже и сильнее талант, тем желаннее он для каждого лорда. Однако не стоит без оглядки передавать их одному и тому же герою, ведь разные типы героев предпочитают различные стили ведения боя.
И такие желанные для воеводы таланты, увеличивающие силу и стойкость, будут почти бесполезны для, например, целительницы. Я все правильно сказала? Правильно. Я вижу, ты хорошо подготовила свое домашнее задание. Забыла только добавить, что от количества редких талантов зависит общая мощь героя. А чем больше мощь героя, тем выше будут его характеристики в бою.
Отлично. Теперь герои этого замка надежно защищают его стены. Наконец-то вы сможете сосредоточиться на обустройстве экономики лордства и отдохнуть от тягот военных походов. Вы помните, я говорил о программе помощи новым лордствам? Соседние провинции любезно согласились прислать несколько талантов, чтобы помочь встать на ноги новому соседу. Используйте их по своему разумению. Хороший день для небольшого военного похода. Вы не находите? На границе всегда неспокойно. Все время приходят новости из окрестных лордств, то о разъездах одарницев, то об очагах активности чуди. В любой момент можно выйти к воротам, чтобы узнать о последних событиях. Да, и еще один совет. Держитесь подальше от этой Виктории. Ворон из столицы подтвердил ее назначение в статусе временного экономического советника. Но что-то подсказывает мне, что эта пигалица не так проста, как хочет казаться.